Власти Молдовы не продвигаются в расследовании дела о краже миллиарда евро из банков страны, заявил глава делегации Евросоюза в Кишиневе Петр Михалко. По его словам, за 2,5 года его нахождения в республике он не увидел прогресса ни со стороны демократического правительства, ни со стороны правительства, сменившего его летом 2019 года. Западных партнеров беспокоит отсутствие ощутимых результатов как с точки зрения возврата украденных денег, так и привлечения виновных к ответственности. Дипломат подчеркнул, что это важный сигнал для международных партнеров Молдовы. В случае Шора дела не движутся в течение очень долгого времени. И с точки зрения расследования мы пока не видели прогресса и ждем этого, подчеркнул Михалко. Представитель Евросоюза выделил роль прокуратуры, отметив, что союзники республики пристально следят за ходом реформ в области правосудия и борьбы с коррупцией. По его словам, прокуратура должна чаще представлять в парламент отчеты о взыскании денег из украденного миллиарда. «Мы видели шаги, предпринятые в прошлом году после июня, и мы ждем продолжения этих шагов, которые принесут результаты», сказал Михалко, добавив, что в следственную группу должны входить международные специалисты.